интересно, почему половина моего любимого магазина опять окутана мраком? Что это? Кстати, прошу заметить, что это не ларек, это магазин. Пошли выяснить, что происходит. Да, тьма кромешная, конечно. Хотя обычно это работает 24 часа в сутки. Что, зайдем? А вообще работает? Что у вас происходит? Здрасте. Магазин даже работает, но свет нам выключили. А почему? 5 вечера, без предупреждения, без всего. Мы сами толком не знали. Выключили свет. А из-за чего? В чем причина? Вот причина. Значит, я поехала в управу узнать, почему у нас выключили свет без всякого предупреждения. А вы кто, директор, владелец? Я не владелец, я арендатор. А, понятно. Вот. Сказали, а чуть поближе идет... к свечам туда встаньте, чтобы вас видно. Команда идет с префектуры выключить свет во всех помещениях, где нет аренды, договора аренды. У нас было судебное решение. То есть префектура подавала в суд, который состоялся 1 ноября. И этот суд мы, можно сказать, выиграли. Есть судебное решение. Я могу даже зачитать это судебное решение. Да, и что там? В судебном решении говорится, что факт расторжения договора аренды признается недействительным. Угу. А это какой суд все постановил? Арбитражный суд. Москвы? Да, арбитражный суд у вас. То есть они тогда, когда у вас отрубали свет раньше, да, помните, я тогда беспокоился, что у вас случилось, да? Они вам потом все вернули, потому что вы оказались правы абсолютно. Да. И вот решение суда, когда мы получили решение суда арбитражного и уведомление, мы отнесли в нашу управу. Так. В общем, все это... Управу Сокол, да? Управу Сокол, где это все приняли, и на основании... вот этого арбитражного решения суда и уведомления было составлено письмо и отправлено в префектуру, что мы не подвергаемся статье 614, которая вышла об уборке помещений, которые незаконно стоят. То есть у вас стоит законно, и да, вам по этому поводу включили свет, правильно? По решению суда мы пока стоим законно. У нас нет расторжения договора, и поэтому есть... Секундочку, а вообще ваш магазин, он не ларек, да? Он с какого года существует? Он уже почти 16 лет существует. 16 лет существует. Да, 160 квадратов, огромный магазин. У него есть адрес, да, все нормально. Да, Новопесчаная, 17/19. Так, и как это называется, кому это принадлежит? Истранстрой. Истранстрой, понятно. Да. И вы всегда платите налоги, у вас есть адрес, у вас все законно, да? Все законно. Было, значит, договор аренды на продление, на пролонгацию. В общем, после прихода Собянина было приостановлено эта пролонгация, потому что общая команда была дана, что все арендные дела приостановить. Вот. В данный момент... Тоже где-то месяц назад, когда нам выключили свет, тоже не было никакого предупреждения. Просто взяли, выключили полный магазин продуктами, загруженный, я не знаю, никого не интересует, что это... Ну, я помню, да, что здесь творили. А скажите мне, пожалуйста, вот вы получили решение суда, все законно и так далее. Все. Вот теперь какое у нас число-то? 11, да? Да. 11 декабря, да, в канун Нового года. У вас полный магазин продуктов, да? Магазин. И вам опять отрубают свет по новой, да? К Новому году никто не предупреждает, без всякого предупреждения опять отключают свет в 5 вечера и говорят, что идет конкретно указ от Белова. Кто такой Белов? Белов – это зам префекта Северного округа. То есть он вдруг в 5 часов вечера решил вам вырубить свет? Якобы от него идет эта команда. Вот конкретно так говорят, что... Он дал команду выключить всех. Неважно, там есть судебное решение, нет судебного решения. Вот. Понятно. А управа, которая знает, что у вас все по закону, все равно берет под козырек, отключает вам свет. А управа говорит о том, что они бессильны. Хотя они считают, что, в общем-то, не нужно таких действий делать, потому что есть судебное решение. И вообще по судебному решению мы должны пока стоять и работать. Понятно. Так, а давайте посмотрим вообще, давайте убедим, что у вас все-таки не ларек. Вы мне можете показать вот ваше помещение, что у вас там? Вот, ну, в темноте, вот конечно. Нас, обычно здесь полно людей, кстати, в это время. Я здесь живу уже много лет, и я люблю это. Туда не заходит. Ага. В темноте невозможно не работать, не холодить. Так, ну здесь цветы, все, что к празднику, да? Да, все готовимся к Новому году. Да, хороший праздник вам Белов устроил. Да,
А он типа местный царь, да? Он решает, кому давать свет, кому не давать. Наверное. Ага. Или что, что творится, непонятно именно с этим павильоном. Так, а здесь они свет не отключили? Это вот нет, у вас от генератора? Нет, генератор сейчас включили. Вот. Пока на генераторе. Здесь овощное отделение. Даже... Часы вас отставают. Вот отключили, вот опять без предупреждения, без всего. Правда, что сверху, говорят, команда идет. А скажите, вы вот часто покупаете в этом магазине? А? А вы часто в этом магазине покупаете? Да. Удобно вам? Да. Да. Вот мне тоже, я вот как житель, мне, мне удобно, да, я не знаю. Магазин, и вот эти все палатки, и ваши палатки, просто в остальных магазинах все заламинировано и просроченное. Просто однозначно. Я вот тоже точно так же считаю. Я не понимаю, почему какому-то Белову приходит в голову все вот это вот взять и отключить электричество. А Белов что это? Вы правы, что-то? Как они? Ну мы-то их не знаем, но... Они все решают. На Лобяна вообще хорошие еще палатки были, там вообще кошмар. Там все было. То есть вот человек с работы едет, он от подгузников до ну, вот мяса у нас, все купит. Ну, вот у нас с вами остался, по сути, но один магазин, и пытаюсь у вас стоять. Мясо вообще... Вот тоже все свежайшее. Всегда здесь все беру. Сейчас это питается от генератора, насколько от я понимаю. От генератора, да? Сейчас питается, да. И если эти уроды отключат свет окончательно, то вам придется закрываться, правильно я понимаю? Придется закрываться, конечно, и забиты магазины, и столько продуктов, и куда все это, и как. Без срока там. Скажите, вам нравится этот магазин? Я просто пытаюсь его отстоять, чтобы его не закрыли, чтобы его не снесли. Вам удобно здесь покупать? Конечно. Только у нас один магазин сломан. И вот там стоит генератор, да? Девятый на улице. Я понял. Все свежее. А вот там уже люди вынуждены покупать в темноте. Я понял. Просто будет продавать плохое. Просто будет ну хорошо, спасибо, в общем, держите в курсе, что как.